Венесуэле власти перенесли на полгода региональные выборы. Ранее планировалось их провести в декабре текущего года. Теперь же они пройдут в конце первого полугодия 2017-го. Венесуэльская оппозиция считает, что такая отсрочка выборов выгодна в первую очередь Единой социалистической партии Венесуэлы и президенту Николасу Мадуро, теряющими популярность на фоне экономического кризиса в стране.